рекординг, давай, дави печенька. Отлично. Главное, чтоб не лагал. Что ж, какие им даются еще разочек рестарты. Думаю, ничего с этого страшного нет. Что-то, ребята, пишем. Миша уж ГГ заработал. Нифига он не работает. Он падает через каждые полминуты. Поэтому, ребят, забивайте. Ну, какая разница. Ну, вычетим на чате Джастином. Тем временем, каким-то у нас уже во всем минусуется, ребята. Один остался Кобрах. Воу, просто спокойненько уделал, ребят. Ну что ж, скорее всего, перейдут играть за дефенс. Или что, останутся за атаку? Да ладно. Вот это да. Вот это заявочка. Ребята остаются за атаку. Команда Кобра будем ее называть. Кобра. У меня уже второй час ночи, так что я имею право сходить с ума. Поэтому особо сильно внимания не обращайте. Время уже контратака идет в центр. Четверо игроков идет под Б. У команды Кобры, кстати. Давайте посмотрим, что у них хоть за ники. Так, Колян. Видок, наверное. Кабачок. Барбариан. И Чех. Джехер. Джехер. Эхер. Джехер, наверное. Ладно, давайте будет Джехер. Готовьтесь, время уже атака на Б-плент. Это уже, как говорится, как день и ночь ясно. В наших карьях очень. Это просто прилетает в голову, там уже спартанк пришел, раздает ребятам. Ребята пытаются выйти, дабы плейл откинуться одна флешка. Е сразу же взрывает жестко, минус от Форни. Минус 2. В среднем должны принимать еще одного игрока. Куда-то засмотрелся парниша, Кобра раздает танку. Ну и, точнее, Кабачок. Кабачок накидывает. Аккуратненько, минус 1, минус 2, минус 3. Вот это опасно. Это на самом деле было. Неплохо разместился и довольно-таки так впечатлительно отжарил парочку игроков команды S4X. Ну что ж, время 1-0. Каким Кобра сразу же... Ну, единственное, что главная ошибка Кобра сейчас в данной ситуации, то, что они начали, грубо говоря, играть о тактике с самого начала. Никогда не играйте в какую-то тактику с самого начала, если это какая-то небыстрая атака. Потому что если противники грамотно, они обязательно постараются прочекать все возможные позиции там, где вас может быть не быть. Танти время прошел спокойненько по длине, зашел в баночку, такой почекал. Слушай, противник, по-моему, это под Б, и все быстренько стянулись, и он зашел в спину, сделал минус. И вот это вот самая главная ошибка была коллектива. Команды, будем их называть все-таки Кобра. Что ж, диглы, волевой бай. У ребят, по ходу дела, будет какой-то выход в центр. Будет ли он какой-то под флешку? Нет, ребят, просто аккуратненько чекают. Даже подсадочку такую интересную смотрит над воротами. Никого нету. Чекают в респе. Никого точно так же ни гадно не видно. Оп, встречает игрока. Минус от Форни. Минус 2. Отличненько. Фильм Кобра сразу таки. Ништяк. Как я любил это говорить. Форни пока что релоудится аккуратненько. Ну, в принципе, я не знаю. Тут нужно как-то либо просто нереально сейчас раздать команды S4X диглов, чтобы забрать этот раунд. По-другому быть не должно быть. Барбария, он там уже где-то прилетела, поляхи. Ну и посмотрим. Да, выходит минус от Плута, минус от Делинха. И остается у нас один Барбариан, который попытается подраздать и делает минус один. Отлично, успехи. Быстрый игрок префайром дает. И просто ХЛТВ проскакивает. И мы не увидели момент, когда танк раздал в голову. Тем временем счет 2-0. Ну что ж, давайте посмотрим. Там Сит уже вовсю развлекается в центре. Минус 1, минус 2. Сейчас главное не отдать девайса. Тут даже вдвоем. Минус от Коляна, минус от Ринха, минус от Вейдока. И тут уже Плута со своими тиммейтами аккуратненько приходит. Забирает еще одного игрока. Остается один видок. И как видим, здесь без каких-то проблем Форни делает минус. И счет становится 3-0. Миша, мне кроется, читается Дрини. Нет, я узнал Делинху. Делинью там немного по-другому. Что ж, давайте посмотрим. Там здесь аккуратненько поджимал нижнюю тэшечку. Попал немножко по Джехру. Прилетает там хорошечко хаи от Форни, походу, на Б-планете. Давайте вообще посмотрим, что за ситуация. У нас здесь зиги подготовятся. Может быть, ребят сейчас сами выйдут. Нет, Ефим, постеснялись немножко игроки команды S4X. Ну, понимаю, в принципе, зачем спешить. Противники никуда не спешат. Аккуратненько, неплохо здесь пораскидали флешки. Но никто в этот момент не выходил. Нет, ребят, все-таки вышли. Минус от танка, минус от Барбариан, минус от Дринха. Жесткие размены. Теремию на пропете. Еще взрывает видок игрока. И сразу же ребята просто разменялись целой кашей.
и остались 2 в 2. И потихоньку помаленьку идут на плент. И здесь уже плута как раз-таки, по-моему, нет, не ждет игрока. Центр откидывается смог. Отлично принимает минус 1. И должен принимать минус от плута 1 в 1. Видок тем временем уже убежал на Б-плент. А вот плута, походу, дела не догадывается. И собирается сейчас сыграть, грубо говоря, и ставится пауза. Ну, видимо, там что-то, видимо, случилось. Видок, как мы видим, по ходу дела все-таки спокойно добежит до Б-плента, поставит бомбу, и игрок команды S4X плута будет пытаться что-то здесь вымотить. Так, Делинью, Миха, отстаньте. Делинью. Сами вы Делинью. Так, давайте сейчас я даже посмотрю. Там, по-моему, где-то писал. Так, 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 так. Так, 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 сейчас посмотрю. Мне даже, по-моему, где-то танк писал. Я спрашивал. Делинха, ребят. Вот даже я вам скопирую. Вот. Нате, выкусьте. Так что. Кусь-кусь. Вот, я даже вам покажу. Для тех, кто со мной спорит. Делинью, Делинью. Вот, все. Хав-хав-хав, фотошоп. Танк не авторитет. Ну да, он играет в этой команде, и он не авторитет, окей. Танк как будто сам знает. Не, ну по-любому он не знает, да, зовет его. Делинха, Делинха, и как бы... А он на самом деле Делинью, и он молчит, да? Ну да, здрасте. То же самое, что если бы тебя зовут Миша, и тебя называли Петей. Ну что вы несете-то? Такие пупсики. Ну что ж, какие пока что геймпендер. Что там у них случилось, будем надеяться, не у нас, ХЛТВ. Это у них там какие-то проблемы, и поэтому поставили. Какой флаг? Где какой флаг? О, в натуре, я что-то ребятам поставил. Хороший флаг. Да ладно, господи, все равно наши братья белорусы. Я думаю, ребята там не особо расстроились. Ну, как же там же, по-моему, вот так должно быть. Давайте нажмем. О, это вообще... Эти, как его? Бог, господи, как же... Давайте будем наугад. Не помним. Так, белорусы. А, БЛ, по-моему. Вообще нету флага. Хорош. Поставь японский. Я тоже так думаю. Нет, надо найти. Я не помню, как там сокращение. Сейчас, 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 сейчас я найду. Побыстречку. Да, поставил русский флаг. Да ладно, господи, что-то все равно все братья из-под одного флага-то вышли. Ах, где же, где же, где же? Так, белорусы, Беба, БР, белорусы, БР, наверное. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Каброш. Давайте попробуем БР. Бразилия, хорош! Идем дальше. Пока там все равно нам, кажется, делать нечего. Пока что стоит там. Так, идем дальше. Что-то еще. Так. БР, БГ, БР, Бу. Ну давайте вот так попробуем. Правда, я что-то боюсь. Правда, к чему здесь буду идти? О, вот оно. Отлично, наконец-то. А то... Команда Кобрах, наверное, я не знаю все-таки. Но будем их просто называть Кобра. Потом скорее, ой, чувак, а че мы какие-то это странные. БЛР же. Да, тем временем геймпендинг. Я не знаю, пойду я сделаю как на всякий пожарный ретри. А то мне что-то как-то пятая точка подскажет, что явно все это не собран. Ребята, кто? Давайте, давайте, предлагайте. Кто? Говорят, что это команда собран. И что это значит? Если Кобра, это еще понятно, как бы. А Собран, это что такое? Кобрах? Давайте вообще Чобран. Команда Чобран. Или что-нибудь. Чобратан надо было назвать. Чобратан. Команда Чобратан. О, вообще, ну что-то никого не показывает. Нет, все-таки это у них какие-то проблемы. Геймпендинг стоит. Чобратан будем называть. Чайники. Не, будем называть Чобратаны. Че братаны будем называть? Вот так вот. Ну, каким пока что ждем. Видимо, действительно у них там геймпендинг. Танка нету у нас в скайпе, потому что он потихо свалил.
Что там, Good Game у нас отдуплился вроде бы тем временем. Ну, я там чат не читаю, хотя Мишаня, трансляцию запили, я и так там запилил, она и так так есть в новости. Называется она там стрим Asus. Так что там все есть. Вот мне там уже наспамил. Колян Сабран, ну да. Миша, иди на ГГ чатки читай. Не, не пойду, я мне и тут хорошо. Это кобра на английском языке. Сообщает нам ребята. А мы будем их все равно кабраном называть. Нефиг писать на английском. Мы здесь болтаем на русском. Так что будут кабраны. Да, тюрем до сих пор что-то кемпендинг, что-то, видимо, у ребят случилось, не игнорь меня, пишет тут ребята, основы у всех не работают, основа не работает, для вас включен Джастин, ребят, основу я сейчас выключу. Выключен. Смотрите, ребят, Джастин, потому что с основой проблемы, сайт падает, ну, сами понимаете, в общем. На английском, коли команда из Беларуси, да-да-да, все так и есть. Лол. Лол. Новости. Глянь. Ой, тик-так, такой тик-так. Тем временем тут у меня звук прилетел. А, я сейчас оглохну. Ой, как тут жестко пуло попадает в голову. Жестко прострел. Пока что не показывает там еще, что вообще происходит. Как, кого, зачем, почему? Мало, там остается хп. В принципе, плот должен потащить. И да, хорош! Вытаскивай жестко, на самом деле, прострелил. Ну, давайте, окей. Команда Кобра, так Кобра. Будет к Кобратюне. Окей, 4-0. 4-0. Ну что ж, отлично, были какие-то, видимо, проблемы у ребят. Кто-то там, по-моему, подзависал из игроков фон. Но все обошло, 4-0. Команда S4X у нас ведет тут команды Кобры. Кабрах по-английски, кобра. Что-то я не знаю. Сфейлил здесь немножко танк с ложечкой. Ну, теперь все нормально. Откинул. Танк с АВП. Аккуратненько там пытаюсь где-то кого-то выцелить. Вроде как кто-то пробегал от тела, если я не ошибаюсь. Аккуратненько чекаю. Ого, игрока сразу же получил в голову, еще его досадили. 12 хп остается. Ух. Чат на Good Game, кстати, заработал. Да, как видим, у братьев белорусов вылетел один из игроков. Ну, по-моему, благополучно он вернулся тем временем. Один быстрый хае, минус от Сида. Еще одного игрока, минус от Барбариана. Что-то мне напоминает такое историческое. Пытается там еще что-то ребята в центре подразмутить. Ну, тут каким-то трое игроков остается, минус от Плута опять-таки врывается. Минус 2 остается, один видок, я так понимаю. Видок, это будем назвать. Остается уже один против четверых аж таки игроков. Ну, не знаю, зачем он шел с дваком. Минус от плута, по-моему, минус 3 или минус 4 сделал игроку. И счет 5-0, 5-0. Почитаю пока чат, что там. Барбариан это варвар по-английски пишет ребята. Окей. У меня теперь тоже розовый. О, фу, у меня чат розовых пацанов. Бла. Бла. Шуткую, я тоже по розовым прибиваюсь иногда. Ну что ж, давайте смотреть, что будет происходить дальше. 5-0, пытается там опять каким-то образом поднапрячь немножко центр. Минус тем временем от Джека, минус от Сида, минус 2. Отлично, принимает центр и пытается поймать еще одного игрока. Видок здесь ожидает, походу его дождется. Игрока вдвоем нет, минус от Элинха, должен делать еще один минус. Врывается двое игроков, закатится патроны и просто пытаются утыкать его. Да, минус от Видока, откинется одна, вторая флешка. Попробует ли не дать девайсы, ну каким Сид уже спокойненько хелпует со спины. Минус от Форни, минус от Сида, и это 6-0. 6-0. Длинных там сейчас еще заруба на длине. Тем временем его очень быстро довольно-таки отгоняют. Сразу же уходит в освояси. Каким нарез решил не идти. Спокойненько отходит себе на плент. Есть, как говорится, время подкидывал флешки. А вот команда пока что-то как-то Кобра нас не особо чем-то радует. Пока что каким 6-0. У команды из фурык все отлично. Минус от танка еще шикарнее. Танк все тоже, по-моему, собирается понаглеть. Нет, как видим, получил 21 хп осталось.
Сделал с парапета минус, минус от плута. Ну и вот какая-то беда, на самом деле. Команда Гроба, Беларусь как-то еще не совсем собрана. Минус от видока, вид игрока в центре, пытается подвести Делинку. Как отлично откидывает здесь Хае. Еще один игрок остается в центре, получает от Джехра. Ну и быстрый минус от плута. Это 7-0. Кабачок, это кабачок на английском, пишет капитана у нас тем временем. Капитана очевидности. Джекр, джекр. Начинается у нас размен тем временем верхней тэшки. Уже ребята в 3-3 остаются. В принципе, вроде как неплохо разменится, но тем временем, как видим, команда Кобра как-то не получается им что-то либо размутить. 7-0 пока что. Все не очень хорошо у ребят. Длину сейчас идет. Там, по-моему, нет, там спокойненько смотрит парапет в форне. Тем временем решил с респа. Хорошую позицию, кстати, выбирает. Очень плохо его там видно. Откидывается смок. И, в принципе, один смок через один. Там должно быть все нормально. Танк, тем более, будет сейчас колповать. Откидывает флеш. Прошел один игрок. Ой, танк, как великолепно. Прострелом попадает по игроку. Накидывает хае. Минус 2. И там последний где-то игрок остается, пытается по дефолту на подъем простоит, а где же? А тут он и остается, действительно, сидит спокойненько за ящиком. Ребята, просто-напросто Дринка вливается, и это 8-0. Такое ощущение, как будто для Кобры здесь без шансов. 8-0 после победы над бровями команды СРВИКС, по-моему, разошлись не на шутку. И каким пока что без шансов. Кстати, по пингу, да, команда S4X пока что, ну, получше. Ну, ребят, в принципе, пинг 27-21, ну, не намного-то хуже, там, на самом деле. В общем, дело явно тут не в пинге. Ой, врывая здесь уже слишком сильно занаглел Сид, на мой взгляд. Потому что, ну, попытался, конечно, поджать все дела. Это тоже правильно в некоторой степени. Но это нужно делать не в одного. Аккуратненько тут немножко лепит по кабачку. По-моему, попадает периодически по игроку. И собирается, походу, у ребят выходить по плену. Давайте посмотрим. Плут в очень времени переходит в центр. Видит игрока. Отличный хедшот. Видит еще одного парня. Минус 2 доставляет ребятам лица. Минус от Делинка. Пытаясь здесь еще одного подавить. Тэшечки, и давайте-ка посмотрим, плут очень аккуратно, видно, какая проскочил, ХЛТВ, там танк разбутил, минус 2, и это 9-0, и пока что тотальная аннигиляция происходит со стороны команды S4X, команды Кобра. Кстати, напоминает, что мы обязательно пообщаемся с танком, игроком команды S4X после этого матча, поговорим еще за первый матч, потому что у нас там, напоминаю, выключился свет довольно-таки очень нежданно, поэтому вы можете подготовить вопросы. Ой, попадает там танк по игрокам, минус 1, может быть там минус 2 успеет нахалять, но ребята слепые, в принципе, спокойно здесь делают минусы. Давайте даже посмотрим в таком лежачем состоянии. Там и так все отлично. Два минуса успевает размутить Кобра. И счет становится 10-0. Выключали у нас, к сожалению, свет после первой карты. Правда, в хороший, довольно-таки, так скажем, период. Быстренько его вернули. Поэтому мы пообщаемся. Здесь вопросы, то подготавливайте. Я буду их читать, писать их лучше в чат на GoodGame, либо на Джастине. И я буду задавать эти вопросы танку. Минус 3 на длине, минус от кабачка. Подловил танк, ребят, подсаживали игрока в центре, но каким не очень успешным. Хорошая позиция была, не ожидали. Барбариан у нас тем временем с ВП, кабачок тоже в 2 ВП, ребят, вообще не сидят. Сыграть выходит, центр тоже забирает, да, наказал здесь тренинг плута за то, что так спокойно раскидывал. Ну, в принципе, 10-0, так скажем, ребят, немножечко подрасслабились по ходу дела. Попадаю здесь тренинг прострелом в голову, нужно забирать игрока в центре. Ой-ой-ой, Коляныч! Раздает по полупрограмме, минус 2 делает Колян, отлично выставляет. Ну что ж, как видим, Делинка приходится опять одному отдаваться за весь коллектив. Кстати, как раз таки мы его и выделяли очень сильно на карте Дедюк с командой Брови, где парень, ну просто как будто рвал на себе гранаты, врывался на плент и просто разносил все живое при возможности. Вот команда его все время подводила, дожидаясь, когда он умрет, и потом типа, эй, отомстим за нашего брата, за нашего тиммейта. И там в этот момент уже начиналась куча минусов, эта команда выиграла в тот момент раунд. Ну, вот как-то так. Ну, Делин хоккеем очень аккуратно все чекает, ведь он не знает, где поставили бомбу. Понимаете теперь, что это на Б-планте. Слышит, игрока в центре тоже забирать. Каким Коляныч быстренько отлетает. Видит еще одного игрока. Делинка, в принципе, может попытаться побороться со своим противником. Видит двоих игроков, троих, минус 2. Видит еще одного игрока, пытается подраздать. Давайте его посмотрим. Нет, спокойненько уходит в нижнюю тэшку, где его ожидает небольшая волна взрыва, который его даже не зацепил. А вот тем временем у команды Кобра один игрок все-таки волной был просто ликвидирован. Случайно даешь камбэк, пишут ребят в чате. Че там, ребята, механ, есть ХЛТВ. Есть ХЛТВ, но лучше смотреть так.
минус от танка, минус от Джехра, и что-то пока непонятно. Минус от Делинха, идут какие-то размены, нужно сейчас забирать Авепера, Делинха это и делает, видит еще одного игрока, но как минимум тут не получает забрать. И, по ходу дела, будет выход на Бэплэнс. Коляныч очень долго, очень-очень далеко, а где бомба? Где бомба? А, на респе еще бомба лежит, это, конечно, не очень приятно. В принципе, ребята, остались 2 в 2, давайте посмотрим, куда же собираются идти. Явно это уже не на Б, Коляныч, как видим, у нас потихоньку, помаленьку уходит. Ой, сейчас какой может быть жесткий тайминг. Не дай бог, сейчас спина фор не забирает. Это будет не очень приятно. Тогда, возможно, пойдет атака на Б-план. Хотя давайте посмотрим. Вот так вот ребята расположились в центре. Спокойненько ждет. И пока что игрок не выходит. Видимо, ну, ждешь, что туда придется и спать. Сейчас, не дай бог, чуть-чуть топнет игрок. И ой-ой-ой, разворачивается. Давайте посмотрим, вид игрока. Но фор не был готов к такому раскладу. И, так скажем, более был подготовлен к тому, что увидит там противника. И Колян остается один, в принципе, 40 секунд. Давайте посмотрим, ну все, он спалился на самом деле смоком. Оп. Да, фор не откинул сразу за КЕ. Ну, в принципе, вид игрока вполне возможно, может быть, и разберется сам, либо дождет свои тиммейты, что будет гораздо грамотнее. Но нет, как видим, решил все-таки ворваться. И это на самом деле очень плохо. Пытается простоить плоту по дефолту, в принципе. До этого у него это получалось. Но сейчас, как видим, не особо. Ну что ж, еще один раунд, плута остается 1-1. И бомба стоит на Б. Как видим, плута не спешит. Видимо, пытается выманить на себя противника, меняет девайсы. Причем идется ВП. Вот это вот на самом деле зря. Но нет, плута делает минус. И счет становится 11-1. Ну, как видим, Колян не ожидал. Если бы знал, что противник был бы с ВП, то, скорее всего, попытался бы, грубо говоря, выманить выстрел на себя. И после этого ликвидирует своего противника. Но, опять-таки, из грамотных действий исходя. Счет тем временем становится 11-1. Команда S4X впереди. Че, братан, пока что не ведут, да. Что ж, давайте посмотрим, там, по-моему, танк подсадили с авиком. Да, так и есть, раскидывают флешечки, уже довольно-таки близко противники. Вид игрока не попадает, нужна хлопа как можно быстрее. Сейчас попытаются его забрать, давайте посмотрим. Нет, откидывается флешка, танк отлетает, смертью храбрых. Отличный хедшот доставляет ему один из игроков команды Кобра. Раскидывают еще хаешечки. Ну, давайте посмотрим. Бамбу поставили на Б. Да ладно, проскочила ХЛТВ. Пропустили здесь момент. Минус от Коляна. Видит, еще одного игрока должен забирать. Да, спокойненько сидит. У него просто идеальная позиция. И, ребят, вдвоем остаются. Минус от Плуту. Что, неужели поборется? Давайте посмотрим. Пытаясь там еще одного игрока продавить. Но не знаю, стоит ли, конечно, врываться здесь или нет. Откидывается тем временем смог. Давайте-ка посмотрим. Спокойненько ждает. Пытается выманить. Нужно врываться. Аккуратно чекают минус. И да, тут уже Дренха понимает, что ловить здесь абсолютно нечего. И вот он, второй раунд белорусского коллектива. Миша не читает наш чат. Не читаю. Тут экшен. Какой чат? 11-2. Ладно, почитай. Что там? Стреляешь, сынок, ты меня огорчаешь. Так, не, он не ожидал, чуваки. Миша не читает чат. Что там здесь, наверное, все за Россию. Тотал. Ну, это я даже читать не буду. О, сейчас парню не повезет в банке. Сейчас хаешечка пошла. Тем минус от Форни. Минус от кабачка, который там нарезается со скорострелочки. Опа, на Б-планете никого нету. Да, как видим, двое игроков в центре. Спокойненько, видимо, сейчас все-таки третий раунд. Будут пытаться сжимать игроки. О, а танк тут контролит бомбу просто великолепно. Двое игроков, минус один на второго. К сожалению, спрей не попадает. Минус от Барбариана, минус от Коляна. И двое игроков, Форни и Делинха, остаются у нас. Два бравых парня. Аккуратненько видно, какой, какой хэдшот кабачку отлетает. Просто от всей души, как говорится. И вот она бомба опять в очередной раз теряется. Остается Колян и Делинх один в одного. Давайте-ка посмотрим, чья же возьмет. Аккуратненько видит игрока и должен спринт здесь забирать. Ух, как тут плохо попадает. И Колян оказался точнее своего противника. И счет становится 11-3. Проскочивает тем временем опять ХЛТВ. Часто она проскакивает. Форни там тем временем опять-таки делает великолепный минус где-то в центре. Ребят, плотно прессингуют центр. О, сейчас как раз и под Форни там бы выходили. Ну, зря, конечно, убрал зум. Минус от Витака. Увидел игрока, попытался сработать на реакцию. Ой, отлично, выставляет хэдшот. Еще флеш. Минус 3. Уже делает игрок минус от Сида. И остается один у нас Барбариан, который отлетает в очередной раз от Сида. Счет становится 12-3. И счет становится опять. Все то же самое. Ганю. Ганю уже потихоньку. Что-то 2 часа ночи. Тяжко. Язык заплетается, надо
пивку для рывку, но его нет, поэтому будем пить воду из пивной кружки. И представлять себе. Что ж, 12-3. 12-3. Что же будет? Сказал Валера и выстрелил себе в глаз. Ждем, что там у СФРХ. Один из игроков пока что где-то потерялся. Не переходит, может быть, какие-то проблемы. Мама спать зовет, спинает. Ну, не знаю, может быть. Ждем рестартов. Лучше Джек Дэниэль. Джек Дэниэль. Да. Явно у тебя какая-то марка, чувак. Паленая. Джек Дэниэль. Джек Дэниэлс. Не Джек Дэниэль. Паленочку тебе взял. Если у тебя на этикетке написано Дэниэль, то, чувак, прости, это не виски. Таджинская марка, понятно. Ну что ж, ладно, давайте смотреть. Были даны рестарты, вроде бы как все готовы. Погнали. Давайте посмотрим. Пытается. Ой, как там варвар просто изнасиловал. Сьюспан. Делинха в центре. Грамотно поставил один минус. Тут, как говорится, один раз попал, второй раз. Ну и быстренько забрал свой противник. Видит еще одного игрока. Спокойненько проходит ребята дальше. Нужно его зажимать как можно быстрее. Откидывается не очень приятная хаешечка. Стришот сдает минус от лута. Еще одному игроку пытаясь досадить минус от Коляна. И тем временем практически оплент от был свободен. Минус от танка. Видел уже на подъеме игрока. Видит еще одного далеко. Ну и, в принципе, ребята должны здесь вполне нормально справляться со своим противником. Куда-то там чувак с бомбой-то зачем-то носится. Нужно ее поставить. Лучше всего. Ну, как видим, да, ребята это и делают. Есть игрок в Зиге. Аккуратненько должны его, в принципе, принимать втроем. Ну, как видим, пока что шанс дают немножечко пожить игроку. И просто минус от Сида. Счет становится временем 13-3. Кто-то мне звонит вообще в такое время, интересно. Очень странное время. Минус от лута. Им игрока минус 2. Ну, здесь, собственно, экран у команды. Кобра. Каких-то проблем особо не заставляет. Вот, минус от форни. Вид еще одного игрока. Я должен разбирать, но нет времени. Минус от кабачка. И... Здорово, кабан. Минус от Сида. Счет становится 13... Ой, господи, 13. Уже 14 раунд. Забирает команда из FRX. 3-14 у нас становится счет. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. Да, но тем временем все равно, как видим, белорусы, к сожалению, ну, гораздо слабее выглядят и по ситуации. Не знаю, почему, честно говоря, они играли первую сторону за атаку. Может быть, были уверены в себе, но после того, когда СФРХ показал, что вроде бы как уверенность не только нужна, но нужно еще и попадать по противнику. Как бы, видимо, на все этом закончится. Команда СФРХ какие-нибудь делают спокойно, отличный минус. Остается один игрок против троих. Давайте посмотрим, минус один. Отлично, сейчас, скорее всего, поменяю девайсик. Не спешат ребята. Ой-ой-ой, отлично. Делинха принимает 3-15. Ну и, собственно, матч-пуин для команды СФРХ против команды Кобра. Ну, я не думаю, что здесь как-то российский коллектив будет затягивать с белорусами. Ведь, как говорится, время тоже нормальное. Ну и нужно просто спокойненько сейчас грамотно, аккуратненько сыграть. А вот команда тем временем Кобра играет очень рискованно. Барбар у нас тут. Барбариан залетует. Ю, кабачок. Дикий просто кабачок какой-то. Минус от пулта, минус от танка. Двое игроков остаются. Ну и, собственно, сами понимаете, не знаю, тут лишь только какое-то великое чудо может быть случится. Минус от Дыринка пробежали, мимо игрока остается один Барбариан. Ну и давайте посмотрим, авось. Он продемонстрирует нам силу варвара, там, как там, берсеркер мод он. Но нет, к сожалению, боевой клич ему не помог, и это счет 16-3. Команда СФРХ побеждает сегодня в обоих матчах. Вот так вот. Миша Модер. Да, я немножечко того. Так, ну что ж, как я и говорил, как и обещал, мы сейчас вместе с вами
пообщаемся с танком, который сейчас должен будет благополучно зайти в сеть. Он, кстати, уже есть. Пойдем пристанем парнем. В хорошем смысле слова. Сейчас, на секундочку, локал рекординг.